Также владельцы ларьков должны будут реконструировать дорожные плиты, тем самым благоустроив прилегающую к торговым точкам территорию. Но если мы говорим о том, что все должны иметь один внешний вид, ну, отделку, независимо, это наружный или внутренний, должны все иметь респектабельный вид. И второй вопрос. Ну, это мое видение. Все-таки там было предложение объединить в один. Я думаю, что, ну, это на усмотрение градостроительного совета. Все-таки сквозные проходы должны быть, потому что все равно там хозяева разные. То есть, как бы это должна быть проветриваемая такая конструкция. В общем-то, для людей это будет создавать больше удобства. Единогласно было принято решение о соединении ларьков общим каркасом, при этом оставив между ними сквозной проход. Работы планируют начать в скором времени, а завершить уже ко дню города. Также на градостроительном совете обсудили проект обустройства квартала захоронения умерших участников боевых действий 90-х годов. Территорию предлагают благоустроить в едином стиле, по примеру Аллеи Героев. А еще планируют установить стелу. Мы не говорим, что это такой окончательный вариант. Мы просим консультации у специалиста, может быть, доработать, может быть, как-то сделать. Но этот квартал, он сегодня необходим. Я приведу вам две цифры. Из 4000 участников боевых действий в городе уже 1000 нет. Из которых, конечно, еще где-то порядка 500-800 уехало из города. Инициатива обустройства квартала захоронения на Борисовском кладбище принадлежит семьям умерших защитников республики. Проект стелы разрабатывался специалистами из ПГУ. В целом идею совет одобрил.